Люди не просто так собрались. Вот это вот как раз то, что называется фейк-ньюс. К сожалению, имеет место быть и до сегодняшний день. Вам за это, условно говоря, платят деньги. Нужно же набирать лайки, лайки, просмотры, просмотры. Пусть и жадность человека. Все только на это и направлено. Я вас умоляю, какие хомячки? Я слышу вот этот звук открываемых дверей в квартирах. Мяу! Чем больше взял, да, тем меньше дадут. Я не согласен, лучше вообще не брать. Ну-ка, иди-ка сюда, давай, давай, я сейчас тут сниму ремень. Люди лучше, чем мы о них думаем. Да, я надеюсь. Просто неприятно, когда тебе люди врут. Не прокатила твоя бизнес-идея.